Ребята, всем привет. Всем привет, 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 привет. С кем не виделся давно. А с кем виделся, тоже привет. В принципе, да. Какая разница. Так, вроде бы все работает, вроде бы все нормально. Вроде бы все настроено. Сейчас я только второй телефончик подключу, послушаю, если там все работает тоже. Потому что на одном идет вертикальный, на одном горизонтальный стрим. И там нужно проверять. Постоянно. Ну, звук вроде бы везде есть, насколько я понимаю. Вот эта проблема стримом сразу на два потока получается. Так, ну что, я решил сегодня поиграть в интернет-кафе симулятор 2. Так как у нас, ну не у нас, а у меня сейчас, лично у меня сейчас тяга идет к симуляторам. Так, характеристики персонажа включены, диверсант включен. Я не знаю, что такое диверсант, но это тот, наверное, которого нужно вычислять по ходу постоянно. Наверное, это он. Так. Это все есть, есть, есть. Оставляем так, да? Оставляем так. Интернет-кафе, симулятор. А, введите... Так, добрый вечер. Привет, 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 Дима. Введите название своего интернет-кафе. А у нас интернет-кафе какое? У нас будет... Ну, как и... в Джимми-симуляторе, да? Пипега будет. Пипега... Кафе. Давай вот так. Пипега-кафе. Все. Начинаем. Игра откроется поздно при первой загрузке. Пожалуйста, подождите. Ну, понятно, русификатор здесь оставляет желать лучшего. Так, так, так. Это все понятно, это все классика. Погнали дальше. Так, ну, все мы видели, скорее всего, игру уже, получается. Так, так боевой дух, так, сделать ребенка, отправить задание. Взять всего денег, денег, непонятно, что значит всего денег. Меня слышно тихо почему-то, ну может быть в Дискорде. Да, 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 в Дискорде вот так. Ой, в Дискорде, в ВБС. Так, лучше? Послушай, скажи, так лучше? Я вроде бы слушал, было нормально. Но раз ты говоришь, у меня нет причин тебе не доверять. Открываем. Лифт, так, вы должны быть на одном... вызываем лифтик. Так получше. Понял, принял, осознал. Осознал. Принял, понял. Как говорится. Рассказывай, Димасик, как у тебя дела? Блин, столько дверей надо открыть. Поехали на первый. Так, а я помню, я тоже видел эту игру. Не скажу, что я не видел, не скажу, что она для меня новая, конечно. Но я ее видел. Так, перейдите в свое интернет-кафе, нажмите M, чтобы открыть карту. Так, где мы? Это мой интернет-кафе. Ваш интернет-кафе, да. Нормальные дела? Ты еще не поехал в Россию? Нет? Ты еще в Молдове? Точняк? Или ты уже билет купил? Так, во, Пипега-кафе. Ой, как красиво написано. Ну, это мы, конечно, потом поменяем. Ты что пришел сюда, скотина? Здесь все равно еще пока ничего не открыто. Он хочет мне здесь намусорить. Так, это мы сделали, чтобы открыть карту. Ну, я открывал карту, но... Все, карта открыта, я в своем интернете. Ага, электричество включено. Электричество включено. Все, свет работает. Убери свое кафе. И что мне с ним делать? Так. А, подожди, давай мы его куда-то бросим. Я надеюсь, мой стол не сделает ноги никуда. Убираемся.
О, да тут мусора. Тут убирать можно будет пол стрима, наверное. Хотя в целом убирается быстро достаточно. Я хочу посмотреть, за сколько вообще можно здесь поднять бабки. Как быстро. Вот смотрю, у меня бита есть. Кому-то жопа будет. Всяким диверсантам будет по пачка. У меня, да, у меня тоже неплохо в целом дела. В целом дела неплохо. Погода только говна у нас немножко. Я не знаю, как у тебя. Но у нас погода говна. Так, все, чистый. Теперь что нам нужно? Купить компьютерный корпус. Монитор, клавиатуру и мышь. На Замазоре. А, на Замазоре. Замазор. Включай компьютер. Блин, какой шумный компьютер. У меня даже Pentax 3, наверное, так не шумит. Хотя, я уже не помню. Ну, у тебя, скорее всего, потому что... Как и у меня. Так. Где тут Замазор? Ты видишь тут Замазор? Вот он, Замазор. Что у нас по деньгам? По деньгам у нас 2000 долларов. Давай откроем так. Компьютер кейс. Может купить сразу что-то по-нормальнее такое? Хотя бы вот это. Не будем начинать с самого говна, да? А вот с этого. Этого добавим. Стул есть, по-любому. Клавиатура. Тоже не самый дешевый. Возьмем свет. Тоже пока не берем. Мониторы. Тоже что-нибудь такое. Мышка. Такое. Маус-пад. Короче, беру все второе. Paintings не надо. Desks. Ну, у меня стол есть, в принципе. TVs тоже не надо. Wear-контроллер. Нет, нет, нет. Это все нам не надо. Нам нужно купить это. Оплата. Ждем. Получается, нужно подождать. Дождитесь доставки товара. Даем, а как вставать отсюда? А как вставать? А, Q, наверное, да, Q. Q. Ха-ха-ха, да нет такой возможности, Димас. Я бы хотел, может быть. Но. Такой возможности пока нет. Строить. А, поворачивать тоже на Q. Нифига. Так, будет помещаться? Будет помещаться. Так, сейчас. Стул есть. Стул нам не нужен. Так. А ну, пока идет. Это, давай попробуем с бомжом поговорить. А какой платить? Ну на, плачу тебе. 100 баксов. Сразу. Видал, сразу заплатил ему 100 баксов. Приехали мои. Пока на полу постоит, потому что все нужно ставить своевременно. Чё? Конечно, я купил монитор. В смысле? Первое, что было монитор. Ну ладно, не первое, что было монитор. Сейчас все будет. Нет, с левой стороны будет. Ну, у нас же с правой стороны мышка. Мы же под правшу компьютер собираем. Как музычка тебе на заднем плане, Димасик? Подходит тебе? Или мы поменяем на что-то более агрессивное? Мы же сюда пришли чилить. На расслабончике, так сказать. Все, теперь так. Открой кафе с основного компьютера. Так, мой кафе. Нет, не мой кафе. Кейв хаус. Ну, мы сразу поднимем цену, да? Да, а что нам? Нам не пофиг. Все, кафе открыто. Нам не пофиг. Нам нужно зарабатывать. Я это вижу так. Если у нас нет денег... То есть, если у нас нет денег, ну, нет смысла, короче, вообще низко спускать. Что, где еще грязно? А, вот пару следов еще есть. Все равно кто-то придет. Кто-то да придет. О, кошка. Кошка, заходи. Заходи.
Заходи, заходи. А где еще? Ты видишь, где еще мусор? Так, запросы. Так, поздравляю, вы выполнили обучающую миссию. Теперь вы можете свободно играть в игру. При желании можете пройти несколько квестов, гуляя по городу. Игра сохраняется, когда вы спите. Ага. Я, наверное, возьму бету на всякий случай. Хотя нет. Надо убрать же мусор сначала. Пришел, намусорил мне сразу. Попробуй мне не заплатить. Попробуй. Давай, бита наготове. Смотри, он собрался мне не платить. Собрался мне не платить денег. Ты видел? Ты видел? Ты с кем? Ты с кем связался, дружище? Ты хоть знаешь, кто я такой? Я гангстер. У меня свой супермаркет есть и уже свой спортзал. Такой интересный товарищ, конечно. Решил со мной не расплатиться. Алло, полиция. Ты куда смотришь? Меня только что чуть на бабки не кинули, а ты только пришел. Нифига ты, жмурик. А, надо похавать. Подожди. Надо похавать. Где тут похавать? Где похавать, пацаны? Музыка, туса. Но нам не музыка нужна, нам нужно похавать. Блин, не успеваешь зарабатывать, надо сразу тратить деньги. Сразу же нужно тратить деньги. Все. Но единственное, что надо было, наверное, сон убрать. Куда все бежите? А, в мой спортзал, наверное. Вы все после спортзала бежите, да? Вы спортивные ребята. И после спортзала вы бегаете. Молодцы. Молодцы. А сколько у меня денег? У меня денег фигня. Да, на второй компьютер не хватит. Я думал сразу второй купить. Хотя, может быть, если слабенький какой-то будет. Да, я с тобой согласен. Подожди. Да, в смысле, конечно. Да, потому что мне не надо пытаться кинуть на деньги. Это вообще не порядок. Пришел ко мне в гости, так веди себя по-человечески. Я думаю, а можно тут сделать ночное кафе? Все? Да. А что у тебя мужской голос? Подруга, бросай курить. Это плохо для тебя закончится. Слышал, какой мужской голос у нее? Просто это ни туда, ни сюда. Ты или бросаешь курить, или ты не бросаешь курить. Но и не приходишь ко мне в интернет-кафе, так сказать. Блин, а второй стол тут не влезет. А сколько стоит самый дешевый стол? Ты чё? Мразишь, стоишь тут. Я сейчас биту возьму. Слушай, может его сразу уработать? А? Кто из них диверсант? Вот этот диверсант? А ну подожди. Ты диверсант, сука! Иди сюда. Ладно, ты не у моего кафе сейчас стоишь. Так уж и быть. Давай, гламурчик. Сделай красиво. Утверждаю тебе час. Час игры тебе утверждаю. Да ты чё прикалываешься, дружище? Я только что убрал здесь. Опа. Да в смысле отключился? Я чё, спать? Мне, блин, чё, надо закрывать кафе? Офигеть. Вот это я нормально. Да, поработал? Нормально поработал. Не сиди, блин. Иди поработай тоже. Прикольно поработал, прикольно. Здорово, а у тебя откуда прога? Какая прога? Что ты имеешь в виду под названием прога? Ну, поехали на первый. Ты имеешь в виду игра или какая прога? Что за прога? Что-то я, походу, не вдупляю. О чем вопрос? Так, кафешка у нас чистая, но она открытая осталась, насколько я понимаю. О, зеленый трампик. Позеленел, что его больше не выбрали. Блин, это как следить за собой? Там надо будет характеристики поднимать.
Давай, давай, давай работать. А ну, если сразу второе конфе... Конфе! Конфе, если сразу второе соврать. Да, иди в жопу. Что-то им не нравится тут. Еще один запрос? Откуда еще один запрос? А что так быстро? Час идет, что ли, у тебя? Ты молодец. Я вообще удивлен. Удивлен тому, что у меня ничего не украли. Подожди. Мне интересно, сколько... О, нифига. Блин, ну мы еще один кейс можем такой. Мы можем собрать комп попроще. Типа. Давай, наверное, соберем комп попроще. Еще один. Чтобы люди к нам еще приходили. Чтобы у нас было и стол. Да, а мне по-любому не хватит. Не, не хватает. Я надеюсь, ты тут с деньгами стоишь. Да, спасибо, 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 ты молодец. Алло, что ты ходишь? Бейте мужчину в белой майке. Сейчас мы займемся этим грязным делом. В белой майке, пацаны. Это в белом костюмчике. Меня может полиция в любой момент осмотреть. Вот этого. Вот этого бить. А, нет, вот этого, наверное. А ну подожди. Вот этого, походу, надо бить. Да вы, пацаны, вы хоть по очереди, блин, подходите. И чё, у вас слишком много. А подожди, я случайно биты выбросил, дружище. Я драться с тобой не могу, погоди. Да ты чё, откуда ты подошел? Сука. Ну, тут я под удар подошел, конечно. Мастерски. Да иди ты со своими маханиями. Он уклонился, ты видел? Да пошел ты уже. Да в смысле, я отключился. Опа, стоянка. А ты не дождался, да, что я тебя одобрю? Ну ладно. Бить мужчину в белой майке. Где я тебе возьму мужчину в белой майке? Бить мужчину в белой майке. Надо купить биту себе. Надо похавать. Пацаны, он на спорте тут серьезно двигается. Купить биту, где-то тут был магазин. Вот он. А видишь, подожди. Можно тут купить компьютер подешевле, типа. Типа, а этот почем тут? Не, ну этот кейс мы не потянем. Этот кейс почем? 200. Да он, в принципе, то же самое, как и на сайте. Вроде бы. Вроде бы. Да, я бегу, 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 бегу. Я одобряю, все, одобряю. Утверждаю. А, единственное, что я не помню. А, у меня цена также дорогая, вроде бы и осталась. Да я все время на Escape нажимаю. Что за фигня? А я биту не взял. Я биту не взял. Если он сейчас заплатить не захочет, мне нечем будет его бить. Только руками. А руками боя могу не вывести. Честно говоря. Честно говоря, бой на кулаках я могу и не вывести. Я о чем я говорил? О чем я говорил? Сука, я все равно тебя поймал. Тум 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 тум. Бита моя где? А где биту должен забрать? Я ж биту купил. Алло, подружка. Где моя бита? Вот он. Моя бита на месте. Я вооружен и опасен. Кого я должен был бить в белой футболке? Я вроде бы убил его. Этого в белой майке.
чем конкретно? Вот этого, наверное, подожди, это он? А ну иди сюда. Вот этого? Покемона? Сейчас его этот синий обойдет. Чтобы я всех сразу не бил. А то мне не хватит биты. Синий, ты же его обходил! И ничего, вас двоих бить? А, вот смотри, это тоже белый. А, это он и был. Это он и был, я просто не читаю. А, ты пришел ко мне диверсировать, да, дружище? Что ты хочешь украсть у меня? Не получится. Я на чеку. Я на чеку, я на страже. У тебя ничего не получится. Даже не пробуй. А-ха-ха-ха, анимешник ты херов. А что я сделал? А зачем я это сделал? Сори, брат, сори. Сори, это случайно произошло. Это случайно произошло. Я не хотел. Честное слово, не хотел. Блин, весь себе бизнес испортил. Ну гори зелененьким, пожалуйста. Ну сука! Стань нормально. Бля, стань нормально, веди себя по-человечески, стол. Ну что ты делаешь? А чтоб тебе, блядь, черти тараканили. А, он, наверное, поэтому не оставился. Подожди. Подожди, блядь, что-то я не понимаю в этой жизни, походу. Что-то, блядь, я, походу, не понимаю. Нормально. Нормально, блядь, сойдет. Стоять. Да, блядь. Так, на количество матов не удивляемся, потому что я... Ага, стульчик. Только с работы тоже, грубо говоря. Так, ага, все, огонь. Все, работаем. Ты что здесь стал? В бронежилете в своем, ты. Давай, давай, ты мне здесь не разминайся. То я тебя разомну. Да пошел он в жопу часть бесплатно. Ого, я 200 баб... Алло, отпустили меня. Потащили меня куда-то. Я им потащу. Так, 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 так. След кто-то стоял. Ну, смотри, он коричневый, кстати, это тот, которого я ударил, он, походу, обосрался. Ну, что делать? Нечего было смотреть аниме у меня в интернет-кафе. Для этого будет другой интернет-кафе. Так, закрыто, открыто, открыто, все открыто. Давай, заходи. Ой-ой-ой, да я с тобой согласен, согласен. Магем умеем, практикуем. Опа. Ту-дум. Утверждаемому часть. Что у нас там? Тысяч... Опа, подожди, мы можем второй компьютер поставить. У меня есть 1000 баксов. 1100 баксов. Где там? Где сохранился мой заказ? Сохранился. Все. Ждем. У нас сейчас будет два стола. А значит, это почти вдвое больше прибыли. Почти. Это не точно, потому что первый компьютер, второй компьютер будет хуже.
Да ё-моё! Сам с собой разговариваешь, что ли? Я, блин... Ой, сам себе заимпостер. Заимпостил. Давай, что там? У меня нет денег, брат. Нет денег, не сейчас. Да и даже если будут деньги, я закажу стол, а не тебе заплачу. Непонятно за что, потому что мне стол нужен. Для того, чтобы поставить второй компьютер. Да нету денег, ну не тормози, ты не стоит, ты отпугишь мне клиентов, дружище, ну своей вони, ну. Интересно, если его ударить, он перестанет давать мне квесты? Все, я поел, 10 баксов заплатил. Да, да, я... Когда было обратное, друг? Никогда. Все, ты правильно говоришь. Давным, давным. Так, ну, больше позитивных отзывов у нас. Больше. А значит, мы идем в правильное направление. А что он делает? А что ты делаешь? Скажи, что делаешь, брат? По-братски. Расскажи, расскажи, что делаешь. А, ты типа просто... Ты на сайтах там крутишься. Давай, попробуй меня кинуть. Попробуй. Ты знаешь, чем это чревато? Я за то, что меня не могут... За то, что меня хотят кинуть, могу, блин, так наказать. Тебе и не снится. Блин, 122 доллара. А почему? А, ну я же покушал. Блин. А что, здесь же где-то игра была, да? Может, мы попробуем ее? Крипта нет, у нас нету. Вот, фрутслот. Сколько там ставка? Попробуем разок. Опа. Плюс 2 бакса мне упало. Плюс 12 баксов. Плюс 2,5 бакса. Ну я чуть-чуть в плюсе вообще. Опа. 2 бакса. Я вообще не лудоман. 2 бакса, подожди. Да отпусти меня, дурман трава. Утверждаем. Нет. Играть в казино или в какие-то игры не мое. Может быть, тут что-то есть еще? Что-то еще есть? Скин-кейс? Что за скин-кейс? А, это вот... Что за кейс? С бомжами? Кто кейсы? А что мне с ними делать? Warcry coin. 100 коинов, 10 баксов. А, ну это... это вот как раз для... Обил. А мне нечего платить. Подожди, а кредит? Я могу взять где-то кредит? Real Estate. Кабинка кафе. 2000 долларов купить. Что за крэк? А тебе не кажется, что этот делся куда-то? Не, он еще здесь. Он нормально так сидит. Нормально, нормально, брат, сидит. Давай, братик, давай, давай. Мне нужен стол. Кто, как не ты, можешь мне помочь в этом деле? Да. Тот, который занимался программированием, так долго не сидел. А ты как посмотреть эту? Порнушку, так ты, блин. Даже денег не жалеешь? Руки сотрешь в мозоль, дружище. Прекращай. Хорошего понемногу. Вот, я для тебя приготовил сиденье. Ты же не на стуле должен делать, на шваброчке. Ладно. Не, перестану я булить. А, свет включается вниз. О! Как в советское время, блин. Выключатель вниз стоит. Хотя должен стоять вверх. По логике вещей. Оп. Опа. Сейчас его видео смотрит. Да, он. Он понимает толк в том, что он смотрит. Замазорчик. Нужны столы. Бомжик, ты куда пошел? Вот бомж по-любому захочет нагреть меня на бабки. Я тебе. У меня украли компьютер! Ты видел? Он сюда побежал.
Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Тормози, 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 тормози его. Сука. Ты чё здесь стоишь, блин? Не мог забрать у него мой компьютер? Блин, сволота какая. А и комп здесь ходит, нихера не делает. Сволота какая, ты видел? Не-не-не-не-не, Димас, 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 Димас. Сначала бизнес. Сначала бизнес. Only бизнес. А чё, в смысле, когда я ухожу из этого, электричество выключается, что ли? Подожди. Или когда снимают монитор, выключается электричество. Или когда снимают вообще какую-нибудь часть компьютера, выключается электричество. Как это связано? С чем это связано вообще? Взял, мне все испортил. Что, мне на стол хватает? На первый. Да, хватает. Все. У меня 6 баксов, и я набили. Пробки выбило? Да, скорее всего, это какая-то, какой-то баг. Так, этот стол можно убрать вообще. Но мы его, наверное, поставим сюда пока. Мне пока некуда его деть. Ты, друг, садись. Я сейчас быстренько забитой сгоняю. Она осталась валяться там на полу. Да ё-моё, чё я постоянно нажимаю на Escape? Ну, по привычке, знаешь, как с своего экрана выходишь. В принципе-то. Все нормально. Все нормально. Всех научим играть. Я здесь, здесь, друг. Иди, иди, мой хороший, иди. Иди, 5 баксов. Это ж, боже мой, какие деньги. Кстати, на этот стол можно было положить биту пока. О, давай, загуди верблюджим своим голосом. Он ему в жопу уперся, верблюду, ты видел? Так, old monitor, ага, ага. Computer table, все. Второй computer table сейчас будет. Да ё-моё. Подожди, брат, подожди. Видишь, я второе место готовлю. Сейчас все тебе одобрим. Не торопи коней. В данном случае верблюдов. Не гони верблюдов. Все будет нормально. Короче, нужно посмотреть, что у меня еще есть. Что за звук был? Что за звук? Ага, давай, 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 давай. Разойдись. Ты, сука, мне еще... Ты не заплатил мне, и ты еще дерешься? Да, сука! Угу. Видал меня, как умею? Махать битой, бля. Ишь, чё удумал? Удумал меня кинуть на бабки опять. Я тебе кину. Я тебя кину. Причем видал, да, с одного удара двоих просто, бля, нокаут. Просто в нокаут. Типа, если я ему не продлил... Он меня решил кинуть на бабки. Да в смысле? Как такое вообще работает? Как это происходит? Это все из-за тебя, потому что не кормишь меня нихера. Нет у меня денег, иди в жопу. Будешь сидеть голодно. Падаю в обморок из-за этого, потому что ты меня не кормишь. Лифт долго едет. Погнали вниз. Но это не дело. Нет. Такое нам не подходит.
Как следить вообще за этим? И почему постоянно должен бегать домой? Я еще голодный, не выспавшийся. Блин. Бестарно меня сейчас обкрадут тут. Нет, не обкрали меня. Повезло. Всем вам. Э, покемон. Слышь, замышляешь? Даже не думай. Компьютер мой на месте. Все, и второй компьютер имеется. Все, кафешку открываем. А кафешка и так открыта. Очень дорого. Да, у нас все очень дорого, потому что это единственное кафе в городе, которое есть. Кому не нравится, может пользоваться другим кафе. Но так как другого кафе нет, идите в жопу. Кальян добавить? Да какой кальян? Мне денег не хватает. Ни на что. Ну, обыски. Я вам заодно пол пока помою. Нашел что-то? Придурочный, блин. Посмотри на него. Лучше бы ты так охранял, когда меня хотят ограбить. Вот это было бы прикольно. Ты что, посидел за компьютером уже? За 3 бакса? Ты еще ничего не сделал, компьютеры. А, ты пришел сюда помусорить. Я видел, что я убираю. Думаешь, мне скучно здесь стоять, ничего не делать, да? Ты решил мне помусорить тут. Давай, дружище. Покажи мне, на что ты способен. 36 баксов. Два стола неплохо. Два стола неплохо, но тоже медленно. Тоже медленно. Надо быстрее. Случайно сбросил битву. Чё они все идут в этот уголок, что-то разминаются, куда-то там смотрят, что-то там пытаются делать? Да, я утверждаю твое время. Твое время я утвердил. Подождем, посмотрим, что мне может предложить вот этот вот Чингисхан. Куда он делся? Вот он. Ты видел его? Не было. Так, момент в студию. Его не было. Ты чё, выходил куда-то? Думал, тебя не заметят? Мистика? А согласись, мистика какая-то. Бредня какая-то. Чё это за фигня? Так не бывает. Клиент пропал и появился. Но смотри, как долго он сидит. Почему ребята, которые смотрят порнуху, долго сидят? Хотя это тоже долго сидит. А чё он смотрит? Он на ютубе смотрит, как с дрона снимают видео какое-то. А ты что, ближе сесть не мог? Или ты под столом там что-то делаешь, да? А-ха-ха, жулик, блин. Ты точно не Вадим? А ну подумай, тебя точно не Вадим зовут? Да ты добропорядочный гражданин. Где? Давай этому 200 баксов заплатим. Я не знаю, за что я ему заплатил, но я буду надеяться. Да, смотри, этот хочет идти, не заплати, смотри. Смотри, смотри, смотри. Бабки отдал, скотина. Уйти он собрался, не заплатив. Ага, конечно. И меня кинули только в роддоме один раз на голову, и все, а на деньги мне еще никто не кинул. Запомни это раз и навсегда. Музычка классная. Жалко, приходится столько ждать. А как посмотреть свой этот... Вот. Да, да, иди, 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 маленькая, посмейся. Иди, иди, моя хорошая. Так даже не думай заходить. Я тебе зайду. Давай, 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 забегай. 3 часа ты хочешь. Нормально. Ты хорошо. Опа! А ну стоять! Ага, за 4 бакса побежал. За 4 бакса. Так, мне скоро спать надо будет. Идти. Но это тоже ненормально. Куда собрался? Покемон. Он ржет еще.
Ну, то, что ты кинул человечка мне на... Он нормально не посидел. Ты будешь отвечать. Да кто мне мусорит так сильно? Я не успеваю так быстро убирать. Ребята, я не нанимался сюда уборщиком. Нанимался сюда компьютеры давать вам в аренду. Да, они, конечно, не очень новые. Но, блин, вы видели себя. Кто вам даст новый компьютер? Будь моей волей, я вообще бы не пускал бы вас. Кого-нибудь только побогаче бы. Но нет. Мне приходится зарабатывать на вас деньги. Девчонка, ну ты-то хоть меня не разочаровывай. Я надеюсь, ты заплатишь. Да в смысле? Подожди, я же еще не... Да-да, продлеваю всем. Всем продлеваю. Всем все продлеваю. Пока я там бегал, пытался похавать. Почему мне не показывает? Как я не могу... Почему я не могу посмотреть свой... Да алло! Харю тебе помыть? Ты зачем это делаешь? Что я могу еще потом сделать? Могу как-то увеличить свой доход. Или увеличить помещение. Но это надо будет посмотреть. Просто мне сейчас надо следить за тем, чтобы мне заплатили. Они попытались сделать ноги. Молодец. Уважаю. Там вроде этот стал, нет? Да. Ну давай, 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 да. Ага. Беги, беги. Чё ты хочешь? Может мне тебе втащить, а? Разок. Только что мне не заплатили, и ты никого не остановил. А меня остановил за что? За то, что я забрал свои деньги? Чебуратор ты. Все. Бита на месте. Я здесь, 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 мои хорошие. Здесь, не расходимся. Так, 200 баксов. Что на 200 баксов мы можем сделать? Подожди, MyCafe. MyCafe. Охренеть. Новая комната стоит 800 бачей. Ну, это не серьезно. Я так думаю. Вот. Чё так много негативных отзывов? Ну, я же ничего плохого вам не сделал. А вы негативно обо мне отзываете. Стоять! Стоять! Ты еще посопротивляйся мне. За 3 бакса! За 3 бакса! Утверждаем. Потом там можно будет ставить автоутверждение. Давай. Давай. Давай, давай. Отлично. За 3,70. А, девчонка, ты знаешь толк. В том, как ходить в интернет-кафе. Молодец. Молодец. А игровые аппараты, интересно, сколько стоят? А ну подожди. За мазор. Игровые аппараты. Самый дешевый 560. 325 есть. Так, 325 самый дешевый. Да? Но у меня даже 325 пока нет. Но как будет, мы его обязательно поставим, потому что это этот. Пассивный доход. А пассивный доход это то, что нам необходимо. Да. Молодец. Так, пора закрывать, наверное, да? Ага. Смотри, она столько сидела, оплатить не хочет. Давай, давай. Угу. И я сам отключился. Я ее рубанул и сам отключился. Самое главное, что я забрал свои деньги. Остальное меня меньше всего интересует. Отключился и отключился. Хрен с ним. Так сказать, не первый раз. Не первый раз. Лифт пришел? Штифт! Штифт пришел! Так, двери все открыты, все. Двери закрываем. Двери закрываются. Поехали. Поехали. Так, ну за 250 баксов я лично... Я не все сообщение вижу, Дима, но понял, что ты бы подрочил. Что-то там бы подрочил. Честно говоря, ничего не понимаю. Что конкретно ты имеешь в виду?
Ну, смысл найти, находить мне три биты? Что он имеет в виду по словам найти три биты? Вот, мне больше всего интересно. Да. Подожди, у меня на игровой автомат хватает. Замазор. Игровой автомат. 400 баксов. Берем. Покупаем. Все. Пассивный доход я себе обеспечил. Давай. Давай. Молодец. Молодец. Да, возьми ты швабра. Ем. Блин, кто здесь делает мусор, пока меня нет? Бомж заходит здесь. Мусорит мне. Бомж ко мне приходит и мусорит. Утверждаем. Приехал наш игровой аппарат. Оба. Ага, не ждал? Не ждал, что я катить буду? Так, пацаны, пацаны, это случайно, это чистая случайность, я вам говорю. Пожалуйста, прекращайте. Но оно вам не надо. Ну зачем оно тебе надо? Нихера у него удар. Так, я сам зажал себе в угол, пацаны. Ага. Лох. Просто лох. Просто немощь. Так, что, он будет работать, нет? Или что? Или не будет работать? Найти три бейсбольные биты. Геймбокс, аркад машин. Три бейсбольные биты, где их должен найти? Две-то я найду, позара ноль. Что мне с ними делать, с этими тремя бейсбольными битами? Что мне делать с ними? Бомжу отдать? Бомжу не отдашь? Так. О, вот это мне уже нравится. Ну, блин, самый дешевый. Пусть пока работает. Он кушать не просит. Тоже хорошо же, правильно? Можно так. Но она платит вроде бы сразу. Поэтому не особо меня интересует, что она убежала. Да. Я с тобой согласен. Надо прыгать за компьютер. Утверждать. Что-то походу под вечер не особо люди смотрят, да? Или просто это не тот формат, который всем надобно. А, вот где весь бардак. Не-не, она когда приходит, она сразу платит. Это знаю точно. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Она заплатит мне, пусть даже я не осторожен. Что на по деньгам? Какое это трехзначное число, а какое, я не знаю. Да, я с тобой согласен. Вот смотри, а, видел? Видел, она забежала сразу, 30 баксов заплатила. 30 баксов, неплохо так, неплохо. Считай, 10 игроков, и я отбился. Одна ошибка, ты ошибся. Ты еще продлеваешь, дружище? Нет, так это тоже сейчас убежит, смотри. Она не уйдет. А нет, она ушла. А вот это хочет уйти и не заплатить мне, смотри.
Ага. Да. Подожди, она много хочет мне не заплатить. Опа, сразу двоих. Вот это я понимаю. Вот это я залетел с двух бит. Как можно прийти в кафе и попытаться не заплатить мне? Как можно прийти в мое интернет-кафе и мне попытаться не заплатить? Ты чем? Совсем уже себе из ума выжимаешь. О, видишь, я тоже убежал. Нормально, нормально. Нет, так и должно быть, Димас. Так и должно быть. Без каких-либо возможностей и невозможностей. Оба. Ты видел, видел, что делал? Видел? Красавцы. Так, пойду я похаваю, посмотрю, сколько у меня ХП осталось, потому что, блин. Как поднимать себе эту? 30 баксов. О, еще в кафешку в эту кто-то играет. Чу, где у меня? Нету. У вас 109. Да. Нажмите X. Вот. Так, ну она заплатила сразу. У меня 109 было предпринимательской души. Вот где, вот мне куда надо идти. Ага. Физический кафе. Блин, а я кафе не открыл. Кафе не открыл, способности. Добавлю себе энергию. Вот так вот. Голод и сила. Все, нормально. Энергия добавила себе побольше. Голод и сила. Отлично, отлично. Ты что, пересел на его компьютер? Ты пересел на его... Или нет? Или так и было? Кто-то помнит, не помнит. Я не помню ни хера. Я не помню ни хера. Слушай, а если мы вообще нам пофиг на АП? Может, мы послушаем какую-нибудь нормальную музыку? Там, что-то по заказам. Димас, ты что-то хочешь послушать? Какую-нибудь музыку? А как ты и там пытаешься намусорить? Ты чё, серьезно? Так, это нормально, сидит, себя чувствует. Короче, мне нужно сейчас собирать 700 баксов, чтобы открыть еще одно помещение. Нормально, все посидел. Сейчас я какую-нибудь свою музыку включу. Я просто сейчас пел, думаю, блин, надо что-то. Сейчас, секундочку. Так. Вот это будем послушать. Еще погромче. Я не знаю, зачем я это буду слушать сейчас, но я буду слушать. Да, дружище, сейчас, секундочку. Видел. По моей личной просьбе добавили. Видел. Ты чё, сука, собрался не заплатить мне? Бабки мне верни. Так, а меня так нормально слышно, я надеюсь? Я просто не смотрел. Слышно меня, не слышно? Куда пригласить? Зачем? Ты смотри, они под... Да вы что, серьезно, пацаны? Будете мусорить мне так? Ты пришел 30 баксов заплатил и мусоришь мне здесь? Ладно, 30 баксов нормально. А там девчонка вообще за 3 бакса. Давай. Я так и понял, что ты платить не собрался. Не собирался мне платить. Так, ну ты оплатил вроде бы. Да, вот я и сдох. Сори, мне просто нравится эта песня. Не знаю, мне иногда хочется петь.
никакого. Че, Димас, поешь иногда? А ну, скажи честно. У меня просто до 12 класса, я когда учился, у меня было параллельное образование музыкальное. Ну, почти музыкальное, театрально-музыкальное. Поэтому мне иногда приходят в голову разные мысленки. Слушай, ну человек не хочет, не приходит, чё мы, не будем никого заставлять. Я ее спросил, можно давать рекламу своего канала у нее на канале. Она сказала, да. Я взаимно дал рекламу на своем канале. Мне не сложно. Главное, чтобы был профит. А там, как уже будет. Как будет, так будет. Сигарета. Длинная ручка. Ждет лето. На заводе ждет получка. И не важно, где и с кем. Когда сидишь в наушниках, кажется, что так классно поешь, что ты просто певец от бога. Но потом снимаешь наушники и понимаешь, что тебе конкретно так на уши наступили медведи. Причем не один, а вся их... Это... Вся их орда. Утверждаем всех. Блин, а что по деньгам? Подожди, а что по деньгам? 700 бачей, почти 700 бачей. Почти увеличиваем помещение. Почти. О, вот это, кстати, вот. Вот. Голос у девчонки неплохой, кстати. Кстати. Ну... Что я могу сделать? Ну а что я могу с этим сделать? Насильно мил не будешь, зазывать никого не будем. Ссылки на DS-канал есть везде. Человек зайдет, захочет зайдет, не захочет не зайдет. Это личное дело каждого. Да и игр пока, по которым мы могли бы пересекаться, тоже нету. Так, что-то это совсем грустная песня, мне кажется, нет? Надо что-то повеселее. Вот, вот это надо послушать. Вот так. Всем, всем вот так. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Давно. Давно. Так, все, можно увеличить помещение. Я не понимаю зачем, но мы будем увеличивать его. РДО это такое. А у меня нет огнетушителя! А, нет, есть огнетушитель. Офигеть! Это мне кто-то поджег компьютер или он сам загорелся? Но он загорелся, наверное, потому что он старый. Наверное. Так я думаю. Да не, он просто загорелся. Он не сгорел, он загорелся. Понимаешь? Разница есть в этих вещах. Да подождите, пацаны, подождите, пацаны. Сейчас всем все будет хорошо. Так, все. Тот сам девчонка. Не на шутку. Похоти. Да, 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 да. Деньги отдал. С большой жопой.
Или она оказалась лейтенантшой УБОПа? А что там пылесос? Вообще, что там пылесос, что там персонал? Он же это нормальный компьютер. Сука, не успел его ударить раньше времени. Кстати, надо перенести компьютер подальше чуть-чуть. Он встал и пошел. Саня дырявый. Лучше обнимите по-братски. Я понял четко. Кто спит с девчонкой? Тот сам девчонка. Музыканты в студию. Так, столы теперь буду ставить вот так, потому что столов побольше. Стало. Главное не отключиться, пока я буду ставить стол сюда. А, подожди, брат, ты хочешь посидеть за компьютером? Погоди, отпускаю тебя. У меня просто сейчас закончится энергия. Но это уже не твоя проблема. Это уже моя проблема. Да у меня сейчас уйдет он, ты дебила, кусок. Он мне деньги не заплатил. Че ты не... Вот ты мусор, ты не полицейский, ты мусор, блин. Конкретный мусор. Нормальный полицейский бы помог, а ты мусор. Тебе там кого-то задевает, сори, ребята. Давай послушаем джем. Вот, пацан нормальный. Так, надо закрыть кафе и идти спать. Эй, Паш, видишь там плакат на стене висит? Паш, знаешь, что это? Флэш, супергерой DC. Он самый быстрый человек и как ученый отдарен. Он дружит с Бэтменом и зеленым фонарем. Вот скажем, кто-то спер из перекрестка колбасу. Или что-то задумал безумный профессор Су. Незаконно запустили дрон на даче министра. Тогда врагам нужно внушить страх и быстро. Я так хочу быть как Флэш однажды. Так, ну я уже при деньгах в целом неплохих. Ну, ладно. О, надо бы единственное, что пожрать. Давай купим ей еду. Кушай, пожалуйста. Плохое настроение. Но я тебя покормил, короче, если что. Как Саша Белый. И чтобы в кайф хамить жене и бухать. Я не голоден. Да, вот понятно, что я не голоден. Скажем, кто-то хочет отщемить ларек среди бела дня. Или весь оружейный бизнес под себя подмять. Может, у кого-то нету крыши, а денежки есть. Спокойствие, Саша услышит, Саша уже здесь. Быть может, флеши самый быстрый туда-сюда. Может, шустрее в натуре нет никого. Но мы-то знаем, он бы не обогнал никогда. Черный мерин 140-й. Саша пролил много своей. Работаем. И все, что плохо лежало, всегда брал силы. Были серьезные.
А где еще грязно? А, вот здесь грязно еще. Блин, как они мусорят. Это что-то с чем-то. Ипотека, ты. Димас, если ты что-то пишешь, я не вижу, у меня... Этот. Носи. Да, жаль, игра не онлайн. Да, можно было бы, конечно, играть конкретно. Все. Отлично. Значит... А, 11 часов дня, а у меня кафе еще не открыто. Я думал, что еще что-то можно сделать. Подожди, а что по деньгам? Можно будет еще один аппарат купить, но уже подороже. Сейчас соберем и купим. Можно будет 3 биты. 3 биты пойти купить. А у меня, в принципе, 2 биты куплено уже там. Ты что, хочешь кинуть мне на бабки? А нафиг я вообще приходила? Помусорить? Да капец вы грязь мне тут разводите. Что-то, дружище, ты мимо стола идешь. Что-то мне так кажется. Чё за удар такой? Чё за удар такой? Не, ну а чё? Они все мусорят тебя, смотри. Что-то я как... Это, как старики. Ой, боже мой. Ой, боже мой. Ой. Стой, хожу, кряхчу, бля. Уду. Селик. Ну, мне рюкзак надо будет купить, наверное, да? Не, такой... А да, смысл? Нет, может быть, сейчас, конечно, ни у кого... Как? Есть люди, у которых... Но это ж, ты понимаешь, нужно передовые компьютеры покупать. Благодарю. Курить дома будешь? Сволочуга. Так, надо с битами разобраться. Он ждет, чтобы я биты принес ему. Я не знаю, как положить в инвентарь биты. Вот в чем проблема. Тут 2 биты моя. Мои лежит. Как отдать ему 3 биты? Разом. Надо будет бегать за ним. Так.
Ну ладно. Что взорвалось? Я надеюсь, не мое интернет-кафе взорвалось. Так, надо переключить Коржа на что-то повеселее. Тогда он сам решает. Мой компьютер. Клавиатура где? Че у меня клавиатуру тырнули, пока меня... Бомжара, сам занимайся своими делами, блядь. Не из-за тебя клавиатуру тыранули. Ну, клавиатуру тыранули, Димас, прикинь. Давай сразу покруче возьмем. Так, я не скучаю, просто я не понимаю, почему мне постоянно какие-то. Так, не, вся фигня. Вот это неплохая песня тоже. Но чё? Ну да, скорее всего так и было. Короче. А, вот она, клавиатура валяется. Ну, что делать, уже есть новая. Так, этот нормально. Отлично. Бизнес идет неплохо. Единственное, не знаю, как отдать этому 3 биты. А да это квест такой, вот этому надо дать 3 биты. Но как ему отдать? Не могу отдать. Нужен другой рюкзак, куда можно складывать. А я не знаю, как найти, как складывать. Так, там на X вроде бы. Да. Скорость потом. Вам такие песни слушать нельзя, дядьки. Это я вам говорю. Так, пацаны, давайте. Надо пойти похавать. Не, ну даже на стриме я вам нельзя такое слышать. Да хорош меня толкать. Это хорошо, что ты такие не слышишь, ты молодец. Ты молодец. Так, ничего нового тут не добавилось у меня, то есть, пацаны, я сейчас усну, так что давайте когда, пожалуйста, уходите отсюда.
Эта тварь хочет уйти, не заплатив. Трамп, тебе сюда нельзя. Все, сидите. Конечно. В смысле, звезда? А, ну это да. Это да. Так это он ко мне ходит в мое кафе, потому что он понимает, что он никак не... не вывозит. Так, что у тебя с настроением? Нормально все с настроением? Что с едой в холодильнике? Нормально. Ну, потому что это турецкая игра. Ты не в курсе, что ли? Насколько я в курсе. Ну, зеленый, да. Зеленый там живет. Что фух, ХД норм. Нет, это не то, мой кафе. Ой-ой-ой, вся администрация этого канала собралась. Привет. Я думал, ты спишь уже, тебе же вроде в 2 надо вставать. А тут, кстати, заходили твои друзья, Вадимка. Нет, нет. $578. Что мне с этими деньгами делать? Ну вот, я же тебе говорю, я думал, ты уже спишь. Нафиг я нужен твоим друзьям? Откуда я знаю, зачем мне нужен? Твоим друзьям, это же твои друзья, ты их спроси. Не то, не то, не то, да, да подожди, где здесь заказы брать? Да погодите. А, вот здесь. Да, 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 он супер там будет, да, 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 да. $3. $3 ты, да? Пришел на $3. Я слушаю, да. Да я сказал, что сегодня стрим так чисто для расслабиться. Получится расслабиться нормально, нет? Ну и нет. Ядерных ракет. На горизонте дым. Чего бы не послушать матерные-то песенки? В чем проблема-то? А, нету? Должна быть. Сейчас все будет. Теперь имеется...
Он заплатил мне? Заплатил. Вин Дизель. Да. Именно. Видал, дядька, Ватька, шо показывает тебе? Надеюсь, ты доволен. Да 3,5 бакса, ты чё, серьёзно? Это сейчас постарается мне не заплатить, по-любому. А, нет. Идёт сразу к столу. $191. А где персонал? А где здесь персонал? Вопрос. Где тут персонал? Что-то мне по почте пришло. Близко, хорошо. Здравствуйте, вы не оплатили счета. И чё, что я не оплатил? Какие счета? О чем ты говоришь? Не, там на дне появляется эта фигня, если он не оплатил. Да где здесь персонал-то? Выход за выход. Оплата за выход. Оптимум прайд, да. Где тут персонал нанять? Или я еще пока не могу нанимать персонал? Что за фигня? Пошел нафиг. Понятия не имею. Это купить кабинку, да, я понял тебя. На кавай? Нет, не на кавай. Хрен знает где. Не знаю, Димас, а что такое? Какие вопросы? Ну, а тебе лишь бы крэк брать. На, дядька Васька, тоже тебе занес немножко. Не, я думаю, что нет. Если в душ сходишь, нет. Если ты в ванну заляжешь, то да. Ну да, а вот! Вот твои друзья, кстати, вот они. Вот он. Вот он твой дружок. Вот он. Да, стрим тут вообще никак не связан с этим. Я за этих твоих друзей говорил, дядька Ватька. Бог за себя добавим. Да. Да. Именно так и было. Да. Он. Это он был. Он и его друзья. Где здесь персонал нанимается, скотина? Или персонал не здесь? Хрен знает, не тут, наверное. А может быть тут? Не тут. Тут.
стоять. Вот нет, это не то. Где? Сука! Где персонал? Отлично. Сори, братцы, так надо было. Майнить когда буду? Скоро буду. Ну, надо, кстати, идти сейчас ложиться спать, получается. Как теперь закрыть это? Это, наверное, другой день надо. Каждому, каким бы он ни был, на земном полигоне, в лесах из многоэтажек, дай мне мудрости, создатель. Ну а где они могут быть? Нет, они же должны быть где-то, но просто закрыты. Че, меня еще там не хотят кинуть на бок? Капец, как тут грязно стало. Может быть, может быть. Фига вы тут мусорите, пацаны. Так, вроде идет платить, вроде бы. Ну, сейчас надо будет идти спать, сейчас это будет крайний, короче. Где ты видел санитарные нормы в этом? В интернет-кафе, дядька Вадька. Вот, а ты был последний раз, когда был последний раз в интернет-кафе? Когда ты был? Никогда? Даже когда маленький был, на ночь не ходил? А, ну ты, в принципе, чё, когда ты был маленький? Вчера? Это значит, у тебя просто хорошее детство было, дядька Вадька. У меня компьютер дома появился, когда мне было. Бля, да по-любому позже, чем у тебя появился, отвечай. Между нами разница, блядь. 5 лет. Не, я помню, что... Нет, хотя нет. У меня первый компьютер появился, когда тебе было... 2 года. Да, когда тебе было 2 года, примерно тогда появился у меня первый компьютер. Ну, оно видно. Оно видно, что не учился дядька Вадька. Видно. Сори, но это видно. Это заметно. Жестко.
пожуровать в его заднем проходе, как Щербой. Наши прочесали дом туда-сюда, сверху до низу. А, у меня кафе не открыто. Что? Немножко не учился. Немножко. Чуть-чуть. Так, надо третий ком собирать. Блин. Вот я перетащил наверх, а зачем? Как мне теперь это вернуть назад? Подожди, подожди, подожди. Сука. Сука. Стол украл, блядь. Стол, понимаешь? Стол, не что-либо, а стол. Да я сейчас в таком состоянии, что мне только с вебкой стримить, дядька Васька. Честно говоря. Тут пофиксили эту фигню, что нужно каждый раз выставлять цены. Да, пофиксили, то есть он всегда на самый дорогой. Да, 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 согласен с вами, согласен. А, сори, брат, задумался. Ждем. Ждем, ждем, ждем. А когда это для Вадима было аргументом? Рыжий, не рыжий. Так, подружка хочет не платить. Давай. Зря ты это затеяла. Очень зря. Даема. Так не, ну а чё она? Ну? Чем ты можешь угрожать, я по жизни обсос. Я видел, как чувак блевал через нос. Я видел вечером осенним труп в бассейне. Я видел, как Сбербанк работал в воскресенье. Я выжил, когда наспор открывал шампусик глазом. И выжил в той кровавой бойне за овощи базы. Хочешь мне нанести немного вреда, не беда. Так, ты чё собрался тоже не платить, дружище? Да. Это тоже собрался мне не платить. Бабки вернул и свободен. Надо пару... Блин, точно, пару игровых автоматов надо воткнуть. Таких уже по-нормальнее. О, можно было так все это время сделать, офигеть. Какие взять? У меня 640, 640, 1370. Сколько он приносит? Пусть будет этот. Запросы, запросы, запросы. Пацаны, запросы. У нас запросы. Где запросы? Там у нас ответы. На стрим пройти симулятор стримера? Да. Мы один такой уже играли, я как лошара его удалил случайно, блядь. Ну ладно, суть не в этом. Я нет. Ой, привезли, привезли, привезли. Ой, привезли, привезли, привезли. Отличный игровой автомат. Аппарат. Старухи у подъезда шепчут, если верить сплетням, то батя никогда
Родился сразу 40 лет. А я представляю его в 20 с небольшим. Он курит у окна с утра. Ну, тебе надо, ты поиграй обязательно. Ты не пропусти этот момент, дядька Ватька. Так. Надо купить то здание, наверное. А, вот так, все, я вспомнил как. Но надо купить нормальный рюкзак, подожди. Мне рюкзак надо купить или что мне нужно с ним сделать? И никто не говорит, что ты мне сказал что-то плохое. Ну, кроме Дима. Недостаточно баланса. Баланса недостаточно. Если задуматься всерьез, у родни с того света. Так, а ты, дружище, решил уйти, не заплатив, да? А, ну ты за компьютером, в принципе-то, я не сидел, я это тебе не дал. Посиди за компьютером, нормально. Да, Йома. Да ё-моё, пацаны, ну сколько можно пачкать тут? Если что не так, то там это, прости. Но это ж сон, я не слышу ни хера. Надо нормальный компьютер сейчас будет ставить, потому что эти плохо приносят денег. За ними никто сидит, вот за этим, не, ну за этим ладно, чё могут, хотят сидеть. А за тем уже никто не хочет сидеть. О, Димас, ты хочешь нам свою жизнь показать? Вот это, Вадим, даже похож, смотри. Ты не голоден. Я ищу как голоден. Ты просто не в курсе. Да вы заколебали меня! Хватит мне мусорить тут. Ты ревешь-то, дура.
Ну, волосы погладила, блин. Покрасила в губ. Ну, так ты не понимаешь просто, кто я. Никто еще не знает. Буквально секунду. А вот этот хочет заплатить или не хочет мне платить? Если честно, заебался уже бегать, убирать за ними постоянно. Да, ты ёб твою мать, а? Скотина. Заебал, блядь, уже. Мышку спиздил. Смотри, что он мне здесь надел. Он такой бардак мне тут сделал, офигеть. Че, мышку самую дешевую украл? А здесь где все? Где коврик для мышки? Сука. Сука! Ладно. Самая дорогая за сотку уже. Ну, давай за сотку возьмем. Ты обокрал, да? Я так и думал. Получил по щам. В смысле? А, подожди, так коврик для мышки не нужен, или он тут есть, он просто забаговал. А он может. Он и обкакать может, не только обокрасть. Он все может. Да-да-да, нахрен я только заказал это, ладно. А что, уже утро? Подожди. Мне надо пойти поспать. Это ненормально. Поели, попили. Сейчас и будет. А где мой бесплатный бит, дружище? Сейчас квест сделаю. А у меня потом бабок подгонит. Я как расширюсь. Да пошел ты в жопу. Да это мои биты, попробуй забрать. Скотина. Сволочь. Мразь. Подожди, брат, подожди секундочку, пожалуйста. Утверждаю, все. Занимайся. Ты же учиться пришел, как дядька Ватька. Тебе же компьютер для учебы нужен. Кого ты будешь добить?
А, меня? Ну, ты могёшь, могёшь. Да, сколько можно пачкать мне тут все? Им надо немного, им надо не все. Да, спасибо. Это уже остатки. Остатки роскоши, так сказать. Чтоб докушать. Не, ну... Ага, хочешь шутить не заплатить? Подожди. Да, отойди нахер в сторону! Да-да-да, давай-давай. Ударил? Молодец. Ну так зашло, представляешь себе? Так, а этот вроде на автоматах играл, он мне денег не должен, нет. Бабки потихонечку капают. Так, надо купить раскраску какую-то. Какую-нибудь покруче. О, вот эту. Во, вот эту. О, нормально. Так получше будет, получше. Я сейчас откисну, пацаны. Но надо, наверное, их закрыть тут. Сори, братцы. Надо спать. Надо отдыхать. У меня двое суток уже дома не было. Меня же, наверное, в розыск подала там. Хотя. И нафиг не надо, походу. Есть у меня такой... Правила. Уясни. Да, хорош, давай. Деньги принесла? А что, у нее опять настроение нет? Нет, она вернулась. Она же уже поработала. А, вот, ушла, да. В смысле ушла? От меня ушла или просто ушла куда-то, ты имеешь в виду? Это про меня. Пацанных песен. Локомотив. А там между этажами большой этот, Димас, большой промежуток, типа плиты большие. Заколебали. Я столько не зарабатываю, сколько вам плачу. Ладно, это, конечно, вранье. Че, психануть? Я, конечно, денег не подниму. Сколько я сейчас закинул? Ну,
Да не лудоман я! Я не лудоман. Это неправда. За что у вас банят? А, посмотри, этот, он не в 4 раза дороже, но приносит всего в 4 раза больше денег. В покере на кон больше нельзя ставить сеньори. Че это такое? Почему так мало? Почему вообще так мало денег идут? За рукоблудство, так Вадима бы уже осудили. Сейчас, секунду, выпущу кота, заколебал. Сука, стоп, подожди. Я тебе сейчас дам. Вот это я вовремя подоспел, конечно. Где моя швабра? Я его сейчас отмою. Конечно, я крут. Но тебе виднее, конечно, в этом плане. Я не могу судить. Я не вправе сравнивать себя с Супрой, которую ты любишь. Так, подожди. Да-да, сюда бита моя. $5. За $5 он решил уйти, понимаешь? Да вы заколебали пачкать! В смысле маразм? Вон выше писал, что с тобой? А, это ты ему сказал. Света, ты Димитров, все, базара ноль. Базара ноль. В чё, во что, в Валоранте? Все, я не претендую. Я вообще не претендую, дядька Васька, ты чё? Ой, боже мой, вот это вот говна кусок, а? Ой, пришел, все взорвал мне. Дядька Ватик, что бывает, когда много дрочишь? Аккуратно надо.
Где лавы? Где мой воздух? Где мои кровные? Бля, пришел, мне все взорвал, ну. Где капуста? Где на... Нет, она и от этого тоже защищает. Не только одни бодельщики. Не-не-не-не. Они вроде бы от всего защищают. Да. Где еще грязь, блядь, в этом? Так, а где нанимать вообще? Я бы нанял бы уже кого-нибудь. Да, 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 да. Он ее полностью прошел. Молодец. Где людей нанимать, скажи мне? На каком уровне это должно появиться? Напиши ему, от этого зависит все, малыш. Для убедительности начни письмо сослышь. Спрашиваешь мой совет, как будто я в тусовке, будто я Уана. Так, это не то. Должен разочаровать всего этого мнения. А вот что у меня есть, так это совет. Не надо писать мне ВКонтакте, если ты в четвертом классе. Я сам записался за бабки. Зайти в веб? И что тут? Да, тут не имеет смысла, тут Google, просто Google. Так вот я о том же говорю, что должно быть сразу, но не можешь нанимать. Да пошел ты в жопу. В один заколебал забегать ко мне. Ищи у кого-нибудь другого, нет, он ко мне заходит. Подожди. Ну, я на рабочем столе, дальше что? Это да, это мое заведение. Ты предлагаешь нихуево фитануть, снять клипец, бухануть, хапануть. Спрашиваешь, как пробиться, я подсказать не прочь. Где бы я был? Да нет, тут нет ничего. Неисправность так какая-то. Компьютеры, обои, заказы. Сейчас, подожди, у меня тут свои вопросы. Ой, с одного удара у меня положил, сука. От чебурек. А ну стоять. Где он? А уже все, он уже денег мне не должен. Обидно. Вот мое призвание. Мыть пол, а не драться. Да, второго по приколу он вырубил. Да, 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 это как раз тот. Борцуха. Второго зачем вырубили? По приколу. Чё, они бизнес открывают? Да, 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 да. Ты тоже, Димас, как никогда прав. Ты как никогда прав, Димас. На какие ножницы? Какие ножницы? Где ты видишь, что это ножницы? Нажми на ножницы. На... Где на ножницы? Нету здесь.
Нет, нету. Отличные потолки. Да, твою мать, а? Подожди. Кто из вас? Да пофиг вообще. Ага, да-да-да, двоечку ты знаешь, кому покажешь? Тайсона покажешь, блядь, двойку свою. Да, я везде листал. Везде я листал, и там, и везде. Но здесь нет персонала. Бля, заколебали делать бардак у меня в магазине. В магазине. Вот, в кафешке моей. Так уже более-менее. Кто по столу ходил, бля? А, ладно, это под столом. Ладно. Что, ночью нет никого? Надо собрать еще один компьютер тогда, получается. Так. Стульчик 184, клавиатура 389, монитор. Что мы там вывозим? Уже не вывозим. Еще один компьютер сейчас воткну. Ё-моё. Монитор дешевле. Стул дешевле надо было взять. Ага, стула 2 не надо. Так, клавиатура подешевле. Насколько тут уже? 1188. Да, не хватит мне все равно. Так, идем спать. Чё ты хочешь? Так, конкуренты у нас на втором этаже живут, насколько я помню. Это кто такой вообще? Ютубер, стример какой-то, что это? Вообще-то, чё завелись-то? А чё мне надо? С нищим потом поговорим. Спать пойдем. В моем доме у них. Кафе. Я видел, что ты на... Да я уже уехал от тебя, ё-ма. Я домой хочу. Так. Ну, заходи в авто, скачай приложение для наёма людей. Вот, я видел, что там качаю приложение, не видел где. Здорово. Деньги забрал. Полностью забил ей. Хлебалый холодильник. Естественно. Ты как думал?
Ты думал, чья, твоя, что ли? Не-не-не-не-не, нифига. Only mine, girl. Так, 1885, 1188. Так, у меня есть блок, стул, нужно коврик для мышки, мышка и стол. Коврик для мышки, мышка и стол. Мышка. Давай, 190. Коврик для мышки. С собой пусть будет. Столы где? Столы где? Вот они. Стол обычный поставим. Сколько у меня там? 1443. Ну, за 400 баксов можно взять стол где-то. Нет, вот это за 400. Да, наверное, вот это за 416. Или за 488. Хватит мне? Ага, хрена мне. Ты сейчас спать пойдешь? Сладких снов тебе. Вот, Димка. Невидимка, блядь. Короче, all computer table будет. Все. Так, это мне в ап надо заходить, да? Апс. Вот он, база данных, в которой вы можете найти сотрудника. Вот оно, вот оно. В АПС? Что за АПС? Да все, я поставлю скачать же, думаешь, мне жалко что ли? На, все пусть скачает, Spotify, блин, музыка будет там играть, Steam, будем играть. Устройство майнера. Прикинь, даже такое имеем. Меня дым запомнил. Ой-ой-ой-ой. Так. Верблюдик приехал, мой компьютер привез. Кто меня подвинул? Блин. Сотрудники. А, нету денег столько у меня. Сейчас будет у меня столько денег. Так, ё-моё, сотрудники, давайте как-то попозже. Не успел продлить компьютер. А нафига мне панда нужна? Я найму сейчас этого. Охранника. Вот этого. Не, давай сначала этого. Все, он будет работать. О, все, я хоть выдохнуть могу более-менее. Мой пол, сука. Где ты, блядь, проебался? Где тейбл? Разошлись, блядь. Это мой тейбл. Да, блядь!
Какую армию там? А, второго надо будет нанимать, да? Да иди в жопу! Ох. Я вот понял. Спокойненько все складываем. Панда больше. Да я прочитал. Димас, я прочитал. А нафиг мне два коврика? А, я вот это. Нормально. Да, блин, извините. Я уже что-то нашел. Трусы ты носишь. Димас, а ты почему не спишь? Ты мне объясни другой вопрос. Нормально, так тоже будет работать нормально. Бах! Получи. О! Вот это он правильно сделал. Вот это он молодец. Да, бля, не то. Где здесь компьютеры? А, они все, что ли, дороже ставят? Все нормально, все работает. Так, в смысле, берешь и идешь? Бля, так надо было раньше лучше. А где стол? Он мне все-таки спиздил. Он мне все-таки спиздил стол, блядь. Чмошник, а? Клавиатуру, кстати, можно было не покупать. Ну ладно. Крутится, что в жизнь горит, братан. Это фото, а пока. А чё никого нет? Ты чё всех отпугиваешь, дружище? Я тебе и как буду платить, если у меня всех клиентов отпугиваешь ты? На миллион, Димас. Давай, спокойной ночи, Вадимка. Спасибо, что пришел. Ты лучше, ты чудо. Оставайся дальше таким же. Да я уже тоже сейчас, наверное, буду заканчивать. Потому что пора уже тоже идти отдыхать, блядь. Завтра тоже рано с утра вставать, блядь. Да, конечно, воткнул диск, ты что думаешь? Он просто так, что ли, зашел, блядь? От нихер делать. Сергей Теро. Ага, так я спать тоже собираюсь. Мне, блядь, тоже 11, что уже пора идти отдыхать. А пойти помыть свои кокушки и ложиться спать. Опа, не заплатили. Бах, заплатили. Эй, что такое? Код надо, да? Добро пожаловать в систему обработки команд. Видите, допустимые команды. Ничего нам не надо. Эй, что за херня? Эй, что такое? Че я взламываю? Кого-то взламываю, короче, пацаны. А кого взламываю, хрен знает. Две звездочки у меня, две звездочки. Так, ты здесь следишь? Он следит здесь за порядком, я пойду похаваю, пока он следит за порядком. Да нету бабок пока, Димас. Я бы нанял. О, как увидели моего охранника, так сразу по-человечески себя стали вести, да, пацаны? Вот сейчас наймем панду.
Так уж и быть, ты прав. Пандочка. А что у него по деньгам? Ну, деньги, в принципе, идут. Да, ё-моё, только вышел из-под компьютера, из-за компьютера. Бля, какой грязный. Я панду только нанял. В смысле, это панда? Свободен. Надо еще 2-3 автомата игровых бросить сюда, чтобы было место. Не пустое. Давай, пару игровых автоматов воткнем еще тогда. Фишки из фольги. Тут созвана. Сколько у меня? 1108. Сейчас этого рубанут там. Вот, 1200. Блин, во. А, нет, еще не до конца деньги. Сейчас будут денежки. Будут денежки. Может быть. Но ком собирать, блин, как будто в лом, знаешь. А игровые автоматы поставил, и все. Плюс они платят сразу, как заходят. Конечно, профитней. Именно эти. Смотри, он прям под музыку танцует. Ладно, Димас, давай, наверное, иду я тоже отдыхать. И тебе желаю хорошего вечера. Спасибо, что пришел на стримчик. Спасибо, что посмотрел. Обнял, приподнял. Поцеловал даже, может быть, чуть-чуть.